На нашей любимой сцене ДК Подмосковья мы отмечаем 8 лет нашей студии. Мы здесь выступаем 2 раза в год, и каждый год в сентябре мы отмечаем наш день рождения. В нашей студии сейчас занимаются 190 учеников, детки от 2,5 до 18 лет. У нас все группы, начиная с 8 лет, занимаются по 4 раза в неделю. Все занимаются классикой. Современные танцы – это наша основа. Но чтобы он выглядел красиво и профессионально, у нас сильная классика. Мы занимаемся дополнительно гимнастикой. Базу какую-то акробатическую тоже берем, чтобы это выглядело не просто красиво, но и эффектно. И у всех есть репертуар, потому что у нас очень много постановок. Сейчас, наверное, где-то около 65. В этот раз концерт называется «Сохрани момент». У каждого номера есть что вспомнить. И сегодня мы делимся с нашим любимым дорогим зрителем нашими воспоминаниями, которыми мы хотим сохранить и разделить вместе с зрителем. Этот концерт для нас особенный. Мы сделали со всеми учениками огромный акцент на качестве исполнения. Сегодня не так много премьер, но все постановки очень тщательно отработаны, доработаны. Поэтому для нас важно выступить именно на высоком уровне, чтобы было хорошее качество нашего исполнения, чтобы все зрители остались в большом восторге.